Добрый вечер, красавица мои. С вами снова я, Дима Кеш. Пришел мне сегодня подарок. Наконец-то приехал коробочка, которую я открыл, а там написано новое видео про семейство Тепляковых. Я уверен, что аудитория разделилась на данный момент на два лагеря. Одни думают, наверное, сколько можно про это снимать, типа других тем для разговоров что ли нету. А другие думают, давай еще, давай снимай. У нас сегодня много интересной информации и начнем мы внезапно с суда. Кстати говоря, суда Тепляковых против МГУ. У нас такое уже нарисовалось извечное противостояние как мстители против Таноса только Танос у нас Евгений тепляков мстители это получается МГУ но закончилась собственно эта эпопея сейчас расскажу чем также перед началом этого видео как всегда передаем лайк за проезд если кто не знает у нас едет маршрутка качественного контента и мы ставим лайк на видео тем самым продвигая его чтобы больше людей смогло его увидеть как всегда огромное спасибо всем моим подписчикам спонсорам которые меня поддерживают на бусте и на субботних стрима в прошлую субботу стрима не было за что очень сильно извиняюсь не предупредил никого был в деревне при эти обязательно все буду предупреждать. Ну а в эту субботу увидимся на стриме, так что всех приглашаю. Ну и, конечно, московский комсомолец. Главная новость. Месяц она настаивала, и ждала нас. Алиса Теплякова проиграла суд МГУ и ее семья, кстати, да. Не только она одна. Семья девочки Вундеркинда проиграла суд, не явившись на третье заседание. Заседание проходило в закрытом режиме, так как семья на прошлом заседании заявила подобное ходатайство, ссылаясь на тайну личной жизни несовершеннолетней дочери. Позже на официальном портале судов появилось решение Зюзинского районного суда, что семье Тепляковых отказали в иске. При этом в семейном блоге Тепляковых появилась запись о том, что оба истца были на больничном и заблаговременно уведомляли об этом суд, но заседание все равно провели, не рассмотрев большую часть доказательств. В связи с этим Тепляковы приняли решение подавать апелляцию. В иске к МГУ Тепляковых Требовали восстановить ее право на образование, принудить факультет исполнять закон в части оказания платных услуг, и при этом семья пожелала, чтобы девочку перевели на бюджетное отделение с платного. Это для тех, кто забыл, зачем, собственно, весь сыр -бор. ранее сообщалось, что после двойки и драки, устроенной отцом, Алиса перестала появляться на занятиях в университете и не пересдала хвосты. В связи с этим есть вероятность, что ее отчислили но приказ об отчислении публично не был обнародован. А что же сам Евгений Тепляков накатал у себя в жж -шечке? Кстати, она живая до сих пор. Он завел YouTube-канал, как мы знаем. Я уже рекламировал. Евгений меня поблагодарил за рекламу даже. Вот у нас уже и лето. Кому-то повезло с жарой сейчас, а кому-то повезет чуть позже. В любом случае, я за то, чтобы встретить лето ярко и с комфортом. И обновочки с сайта все майки. Отличное решение. В этот раз я собрал себе такой комплект. Это футболка, шорты и панама. Сейчас уже солнце конкретно припекает и я всем советую для этого использовать головные уборы. Лично я себе заказал панамку. На панамке вот такой вот миленький принт. Это у нас мой сосед тотара Хаяо Миядзаки. Как раз у меня планируется поездочка недельная в деревню. И я думаю без панамки я просто банально там не выжил. Футболка и шорты у меня в тематике Рика и Морти. Я большой фанат мультсериала, пересматривал по несколько раз серии. И теперь буду ходить в футболочке зомби Рик и Морти и в шортиках зомби Рик и Морти. Ну и кстати, чтобы раскрыть крутость этой футболки, нужно выключить свет. Да, вам не показалось. Теперь на все майки можно купить футболки со светящимися принтами. Как всегда, все отлично села теперь прогулки по жаре будут с кайфом каталог активно пополняется и вы уже можете найти что-то для себя или в подарок своим близким и не забывайте что на сайте огромный выбор одежды по разным тематикам музыка игры кино мемы сериалы аниме и тд ну и конечно же всегда можно использовать конструктор чтобы проявить свой креатив и сделать авторский принт также на все майки вы можете заказать хлопковые вещи без принтов если захотите пополнить свой базовый гардероб сканируйте qr-код на экране или используйте ссылочку в описании чтобы попасть на все майки и используйте мой промокод в этот раз это кэш 623 он даст вам скидочку в 10 процентов что особо приятно он суммируется со всеми акциями на сайте лето уже наступило так что торопитесь радовать себя себя и своих близких. Но ЖЖ тоже еще редко, но метко, как говорится, Евгений там э, пишет какие-то посты. Давайте зачитаем вот такой пост. А вы знаете, что так можно называется? Оба ИСА на больничном. Суд об этом уведомлен заблаговременно. Ходатайство в суд не рассмотрено по существу. Большая часть доказательств не рассмотрена и не приложена к делу. стороне СОВ не дали высказать позицию и заложить возражение, вызвать своих свидетелей и задать вопросы стороне ответчика. А судья вынесла решение. Это же безусловное основание для перехода к рассмотрению дела. По первой инстанции в апелляционном суде. У психвака был какой-то план, и они его придерживались, а потом что-то пошло не так. Судья хотела взять отвод, но не знала, как законно это оформить знак вопроса. Так, потом Евгений приводит статью 167 последствия неявки в судебное заседание участвующих в деле лиц и их представителей. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, извещенных о времени в месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины неуважительными. Нельзя признать неуважительной причиной официально открытый больничный лист, Евгений, жирным шрифтом это выделяет, как бы говорит о о том, что суд у нас несправедливый, что на самом деле у него уважительная причина это не записка от мамы в школу хотя в школе записка от мамы всегда уважительная причина была тут действительно больничный лист все по закону все по госту а суд не признал причины неуважительную какой какая дискредитация циферка 5 стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствии и направлении им копий решения суда с жирным шрифтом стороны об этом просили Евгений задается вопросом. Потом суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя, жирным у нас шрифтом, по уважительной причине. Даже отсутствие представителя основания для отложения. А здесь оба ИСА болеют. Ну что ж, видимо, кому-то очень нужно было вынести решение как можно быстрее, вне зависимости от законности происходящего. Даже не знаю, кому. Может, кто-нибудь из вас напишет в комментариях, может, кто-то знает, кому это выгодно. Опять же, Евгений только столько вопросов задает, не дает конкретных ответов. То у него бота фермы, на него нагоняют какой-то левый трафик, то теперь кому-то выгодно побыстрее закончить суд. Давайте комментарии, может, какие-то дополнения обычно у Евгения. Тут мысли хорошие это не сразу приходят. Нет, тут спросили оба ИСА на больничном. Два ИСА, ну ладно. А кто там все время хотел ознакомиться с материалами дела, по которому сам является ИСОМ? Нонсенс. ИСы в суд не явились. Интересно, почему можешь не отвечать? План был да. Вот такой вопрос интересный. Евгений отвечает. В суд не явились. Интересно, почему? По причине больничного Болезни и нахождение на больничном, наверное. Мне нравится, что Евгений перед первым встречным поперечным от... <laughs> Мне говорили, что канцеляризмы хватит, Дима, использовать. Вот не знаю почему, но когда я снимаю про Тепляковых, хочется использовать какие-то канцеляризмы. В общем, пользователь no name, no name. Евгению задает, казалось бы, хейтерский вопрос, а Евгений оправдывается перед ним еще раз. Нет, сам является истцом. ГПК предполагает возможность присоединения к иску. После присоединения к иску необходимо ознакомиться с материалами дела. Так обычно делают здравомыслящие люди. Вы, я так понимаю, не юрист. А просто хейтер, как обычно. Кстати, а почему вас интересует иск по делу о защите прав потребителей, в том числе в сфере образовательных услуг конкретной семьи? Мое любимое, Евгений Тепляков выходит на улицу без трусов и спрашивает, а почему окружающие смотрят на мои причиндалы? А почему вас интересуют причиндалы а, конкретного мужчины? 2 метра ростом хорошего веса под 130-140 кг. Ничего нового, как обычно, суд прошел именно так, как я того и ожидал. Не в пользу Тепляковых. Тепляковые сами какую-то непонятную кашу заварили, заболели, не пришли. Пытались какие-то бумажки, записки от мамы. Я заболел, плохо себя чувствовал. Принести в суд, но не прокатило. Двигаемся дальше, в общем. Ждем теперь апелляцию, что там будет. Ну и потом активность Конечно, в ЖЖ очень грустно снижается у Евгения он пр прекращает практически посты писать вот о детях, он выкладывает тут фотки детей, что они живы. Я так вот по-своему, да, трактую эту фотографию, как будто как фото заложников показывают, типа, посмотрите, они живы, все нормально, как бы у вас еще есть время, общественность, у вас есть время спасти их. Ну и не останавливается новый экземпляр котлеты. Итак, в пустом автобусе едут дети с шариками. Как задачка по математике для второго класса начинается. Входит крашеная старушка, от которой не очень приятно пахнет. Садится прямо напротив детей через проход. Через какое-то непродолжительное время начинает размахивать руками с претензией «Уберите от меня свои грязные шарики», которые якобы мешают ей сидеть. Ребенок шарики убирает, но градус неадеквата нарастает. Она требует сидеть не так, дышать не в ту сторону, да и вообще ай-яй-яй. Потом, когда семья собирается выходить, бабка отталкивает шарики вместе с ребенком, с визгом. Я выходить буду, уберись. Напоминаю, автобус пустой. На замечание о том, что у детей э, ничуть не меньше прав, чем у нее, реагирует неадекватно. Но ну, ничего, бабку сняли, фото прилагается. Бабка справа. Ну вот, собственно... Это <свят> бабка, про которую Евгений говорит. Бабка справа. Взбесилась она, видимо. Э, ну, просто какая-то неадекватная у нас женщина, которой не понравилось что-то. Ну, сколько таких. А Евгений из этого делает контент, кстати говоря. Ну, ничего необычного. Есть много фото и куча видео. <свят> Но пока не стоит обижать психически больного человека. Кстати, ну да, психически больной человек. Евгений его уже выставил э, ее на весь интернет. Нет? Сказал, куча фото и видео успел наснимать, прям профессия, репортер. Ах да, бабулька сразу же помчалась, жаловаться в дзен. Пересесть на другое место или хотя бы подвинуться к окну она не могла. Шарики и грязные, а вот в дзен сколько угодно. Хотелось бы пожелать бабке самовыпилиться в форточку, но мы помним про Роскомнадзор, поэтому пусть Роскомнадзорница. Следите за психическим здоровьем своих пожилых родственников. Не оставляйте их без лекарств, а то они начинают бросать. На людей, ну и дальше просто э, очень странно. Кстати, судя под зеном, бабушку зовут Николайка. Николайка, привет, гендерная идентичность, сломавшаяся в столь почтенном возрасте, требует незамедлительного медикаментозного лечения. Обратись в ПДН. Ну, вот так вот, Евгений. Мы помним, что он у нас психолог, будь то Лина Дианова, ставит диагнозы. Я вот просто понять не могу. Действительно, какая-то бабушка залезла в автобус, пересекла с Евгением Типа. И она же в дзене сидит и пишет комментарии про семью. Удивительное совпадение. Ну, в принципе, это все, чем нас порадовал Евгений Тепляков. Последний пост датируется 2 июня. Сегодня 21. Предлагаю заглянуть еще на ютубчик, на каналчик «Учимся с Алисой». Что у нас новенького с последнего раза, как мы смотрели? Появляются архивные видео с Китая. Старенькие, вот как которые мы вначале смотрели, рубрику "Волшебный рюкзак" вроде мы всю посмотрели. Привет, друзья! С вами вновь Олег Филимонов, а это значит в эфире наша новая лучшая десятка анекдотов. Ну, на самом деле это не совсем так. С вами я, а значит с вами блок учимся с Алисой. И в эфире наша новая история про бабушку Капиту. Значит, мы возвращаемся с праздником. Детки, замечательные наши детки, садятся в пустой автобус, держа в руках шарики. У каждого ребенка по два шарика желтеньких красивых симпатичных шариков. Вот, да, вот таких вот шариков, два вот таких вот шарика на палочке. И значит садится бабушка. Я, кстати, удивлен, что Евгений до сих пор в той же самой рубашке ходит. Но я сначала удивился, а потом подумал, я тоже не очень часто меняю одежду. Подолгу хожу в одной и той же, не сильно одежда меня интересует. Вот еще одна общая черта у нас с Евгением. Такая, ну, не очень приятно пахнущая, ну, какая есть. Бабулька, как бы, в возрасте. А, садится почему-то прямо через проход от детей в пустом автобусе. А, не двигается к окну, сидит на месте, которого проходит ее право. А затем в какой-то момент начинает очень сильно возмущаться, якобы шарики ей мешают, или попадают ей в лицо, или что-то еще. Это не совсем соответствует действительности, но бабушке так показалось. А делает замечания детям. Дети стараются выполнять ее замечания, дети сидят абсолютно спокойно в автобусе. Но бабушку это не устраивает. Бабушка начинает махать руками, говорят: уберите отсюда до грязных детей, уберите отсюда грязные шарики, уберите отсюда вообще все. А, неадекват вот бабушки растет. Я тут задумался. Конечно, очень грубо, да, со стороны бабушки говорить такое, но я вдруг задумался, как часто моются, в принципе, все вместе Тепляковых. Возможно, дети действительно были грязные, то есть у них может быть прям грязь виднелась на лице, там, может, на руках. Бабушка поэтому сказала: уберите грязных детей. Конечно, я понимаю, что э, нельзя так. Про детей, да, про чужих детей, тем более. Но интересно стало. Папа, когда мы попытаемся выйти, бабушка начинает просто расталкивать детей и дескать: уйди отсюда, я тут выхожу. Я делаю бабушке замечание, что родная моя, э, прости, пожалуйста, но у детей ничуть не меньше прав у маленьких, особенно выйти из автобуса, чем у тебя. И начинается полный неадекват. Полный неадекват бабушки мог бы остаться на ее совести, если бы не попытка выложиться в дзен, в который она побежала. У нас есть видео, у нас есть фото, у нас как бы все присутствует, но мы не хотим а это все дело выкладывать. Просто задумайтесь. В пустом автобусе едут дети, едут с праздника, едут с шариками. Этими шариками немножечко, совсем чуть-чуть размахивают. Абсолютно не кричат, абсолютно спокойно сидят. Вы бы, скажите честно, в ненависти пытались растолкать детей и шарики? С криками «Отступитесь от меня, отойдите от меня, уберите свои грязные шары, я буду выходить, вы мне вообще мешаете». Или может быть, если у вас плохое настроение, вы бы пересели просто в какую-то другую часть пустого автобуса. Ну, это самое простое, что может быть. Но что у адекватного человека это вообще дети с шариками вызывают реакцию положительную, умиление. Ну, как бы все замечательно. Но бабушка не успокоилась, бабушка побежала жаловаться в дзен. Там она найдет, конечно же тебе поддержку. Мы же знаем, кто у нас пишет Дзене, мы же видели эти замечательные комментарии. У меня пазл сложился, бабушка действительно знает, что такое Дзен, знает, кто такие Тепляковы. Она изначально знала, кто такие Тепляковы, изначально перевозбудилась, видимо, и она предвзято относилась изначально, поэтому решила вступить в этот конфликт. А, что я хочу сказать? Ребят, ну у нас такое время, в общем-то, тяжелое. Давайте все-таки относиться друг к другу более толерантно и особенно, особенно... Любить детей. Я понимаю, что тяжело любить детей, когда ты четырех своих вытащила из себя кусочками и перемолола на фарш, в котлеточки превратила, просто и, по, по сути, на сковородочку положила. Ну да, ты. Евгений, это про работы, говорит, если кто не понял. Летает. Ну, ты убийца. Да, ты в обычном мире, ты вообще не человек. С тобой даже разговор. В обычном мире ты не человек, Евгений Коротко о науке, так скажем, о науке, о человеческом теле, о жизни, о жизненных представлениях и о том, как не навязывать свое мнение другим людям. В обычном мире ты не человек. То есть, если ты так уж получилось, да, забеременела и решила сделать аборт. Об... Ты не человек, ты убийца. В системе ценностей Евгения Теплякова, причем он это так транслирует на экран, как будто бы это прям, ну все считают так. Это прям не каждый, сколько людей, столько и мнений вообще. Ну, конечно, объединено все в систему каких-то ценностей, религия, государственная политика и так далее, да. Но Евгений вот сказал, вот так вот сказал, значит так оно и должно быть. Если кто-то из вас делал об вы все убийцы знаете. Вас надо вообще в тюрьму посадить лет на 15. Говорить не будут. Но кроме тебя же есть другие люди, более адекватные. И можно же понимать, что убийца ты. И нельзя ненавидеть людей за то, что у них есть дети. Они их любят, эти дети живы и счастливы и с шариками. Ну, в общем, все. Удачи. Подписывайтесь на канал, заводите новых Алис. А я, кстати, вчера заходил в базар, это ресторан домашней кухни. Я взял сэндвич с курицей, начинаю его есть, а что-то не чувствую курицы. И вот сейчас появится фото на экране, сколько курицы было в этом сэндвиче. Шеф-повар определенно не любит себя, да, вот положил бы он себе столько курицы в свой сэндвич. Может, шеф-повар котлетоет? может, он на диете на какой сидит, да, и вот не ест курицу, потому что много там белка, калорий. Какие проблемы у Евгения? Он с какими-то там, то с хейтерами борется по ночам, то со старушками срется. Евгений, я все-таки думаю, что проблема не в, как вы говорите, что человек за аборты или против. Я думаю, вы просто сами драматизируете ситуации, какие-то конкретные люди с какими-то психическими расстройствами возможно нападают на вас но ну, так бывает ничего страшного жизнь на этом не заканчивается нужно как бы свои границы обозначить что вы сделали правильно но вот эти далеко идущие выводы почему именно так что там просто человек за я думаю, это уже не совсем верно. Тут уже вы перегибаете. Так, наука Китай Nature Publishing. Опять у нас э, рефлексии Евгения на тему того, ах, как хорошо то было жить в Китае, но стипендия не бесконечная, перестали ее платить и пришлось вернуться в матушку Россию. А, тут пишет, что рейтинг за полный 21 год по Китаю научных публикаций у нас Китай на втором месте, а Россия 18. -е. Вот как бы Евгений. Ну не стыдно ли вам, собственно, жить в России после такого? Какой позор, да, Россия всего лишь на 18 месте. А в втором году, что мы видим, Китай уже на первом обгоняет СШАшников, как их называет Евгений Тепляков. А где же у нас Россия? И снова Россия 18. А вот Китай первый и... Первый с солидным отрывом вот, вот так вот, ну научных публикаций у нас э, от России мы видим не так много, главное, что Китай обогнал США, вот это вот самое главное, можно хотя бы погордиться, да, что в свое время Евгений жил в Китае, и Китай на первом месте, ну да ладно, это уже такие околополитические приколы мы не будем рассматривать, ну и мое любимое мы конечно не распил, это, наверное одно из последних интересных сообщений из ЖЖ Евгения и не Алексей Навальный. Но вот что интересно, неоднократно говорила, что по семье работает бота сеть. Которая, во-первых, сильно смещена в сторону Ленинграда. Я не могу, ну, серьезно, я не могу на полном серьезе это читать там ботаси. На канале Учимся с Алисой образовался ажиотажный спрос на рубрику Распаковка. Да, кстати говоря, она же зеленый рюкзак. С характерными комментариями о том, что в садах до детских кормят. Не, в пример, лучшие. тоже кормят компании, которые говорят пересекаются стадам господином Пригожиным внезапно. А Пригожин, что за господин Пригожин Осталось понять Это который ЧВК Вагнер Или какой-то другой Пригожин Почему-то у меня не удается установить Соединение с сайтом На который Евгений ссылается Походу он вирус какой-то решил Для хейтеров здесь сбросить Но как бы я не знаю ну, Напишите вот вы в комментариях Давайте не переходя по ссылке Решим раз и навсегда а, Кормят в детских садах Вот по вашему мнению Лучше а, детей по качеству питания, да, или же то, что показывал вот, если не смотрели предыдущее видео, посмотрите, где мы смотрели распаковки, походы, вылазки, как в зомби каких-то фильмах, сериалах вылазят они за едой, также вылазят Евгений, а также в одном из видео, а именно тут авторы канала рассмотрели, как именно отлично и за какие суммы кормят московских детей кормят, честно скажем, плохо и дорого, нарушая всякое и забывая разное. Удивительно, но десятки совершенно случайных людей, поддерживаемые такими же десятками совершенно случайных лайков, стали доказывать, что так и нужно, вы ничего в питании не мыслите. Плотят из бюджету, какое ваше дело. И вообще распоясались тут. По слухам, авторам блога даже предложили быть осторожнее в освещении этой темы, потому что нельзя, нельзя в кавычках. Это, конечно, всего лишь домыслы, да и вообще шутка, но какая красивая модель вырисовывается. И комментарии строчат товарищи не просто так, а за копеечку. Ну, действительно, на Дзене платят копеечки. У меня там за полгода а, 700 рублей накопилось. Я выкладываю туда видео. А, за комментарии, я уж, ну, действительно, там, видать, в копейках, давно в глаза копейки, именно монетки вот эти копейки не видел, видимо, их видят вот как раз-таки комментаторы на Дзене, копеечки им присылают, возможно, они их на Авито перепродают уже там за 5000 рублей, я не знаю, каким-нибудь коллекционерам, и операторов уставших ботов завсегда поменять можно, хотя, конечно, и живых, зачеркнуто, нездоровых, неравнодушных граждан и гражданок полно, а то, что они из Питера, так время такое но опять же намекая на то, что бота фирмы там прямо работают, знаете как этот в черном зеркале квантовый компьютер работает для того, чтобы хейтерские комментарии писать Евгению. Ну в общем вот как-то так Евгений снова жалуется на свою нелегкую судьбину. Квантовые суперкомпьютеры генерируют хейтерские комментарии. Обычные хейтеры значит говорят, что в детских садах лучше кормят, обсирают Евгения и его пищевые привычки которые он сам для своих детей выбрал тема по поводу белого хлеба батонов да которые дети любят да действительно дети любят батоны любят хлеб быстрые углеводы конфеты всякие сладости они готовы дети в принципе, до определенного возраста питаться только этим. Это-то понятно, но вот если нету культуры пищевой какой-то в семье, да, то ребенок себе ЖКТ так быстро и посадит. Со мной было примерно то же самое. Я ел, рассказывал уже бутерброды с маргарином. Хотя мне говорили: не ешь бутерброды с маргарином просто. Времена тяжелые были, масла сливочного не было. Был маргарин. Деширак я ел, вот прям сухой в пакете, и потом уже... Собственно, я не знаю, лет в 14 уже гастроэнтерологу ходил, уже гастрит у меня на тот момент был. А ведь заказ на шорты провалился. Заказчик старался, акцент делался, установку СМИ давали на максимально неудачные фото, обсуждения запускали и облом. Это я так понимаю, где Евгений приходил в шортах, опять на суд в МГУ. Что остается хейтером, кроме хорошей мины при плохой игре? А ведь сотни раз говорили. Умные люди не поведутся на... У него борода, он в шортах ходит. Не верили? Зря. Облом вышел такой же, как и с фото Алисы вот с этим. А что так? С фото с Алисой я так и не понял, что за облом. Не сбавляйте оборотов, не забывайте про пригожные и прекрасное питание в школах удачи. Ну, в общем, у Евгения, как всегда, одна и та же тема, что на него заказ. То есть, настолько, видимо, внимание у него не хватка, да, что он... Считает, что, прям, ну, скоро киллера закажут, чтобы, я не знаю, спасти детей на Евгения Теплякова. Далее, у нас э, исследование самое настоящее. Можете перейти, я все не буду показывать, слишком долго выйдет, сколько хлеба едят россияне. Краткий ответ много, но меньше, чем раньше. Средний россиянин съел вот такое количество хлеба в пересчете на муку 64.35 килограмм хлеба на человека в год плюс 16 килограмм муки плюс 16 килограмм других мучных кондитерских изделий равно 96 килограмм хлеба булочек тортиков рогаликов и ижи с ними 250 грамм в день на семью из 10 человек 2,5 килограмма. Мне нравится, что он считает на семью из 10 человек. Как будто... Ну, каждая вторая, ну, каждая третья, пятая семья у нас из 10 человек. При этом, вот к чему все это, казалось бы, да. При этом в некоторых регионах России потребление хлеба еще выше. Жаль, что люди не могут позволить себе мясо и вынуждены есть самую дешевую пищу из возможных, а именно хлеб, лепешки, муку. Но это действительно... Жаль, тут не поспоришь, но, возможно, я не прав, поправьте меня, конечно, но люди... Привыкли просто есть хлеб. Поправьте меня, если я не прав, но есть люди, которые не зарабатывают и не едят хлеб, вот так я скажу. Ну, то есть, у них нет, они не могут себе мясо позволить, но при этом хлебом не обжираются, потому что я сейчас не буду из себя диванного нутрициолога строить. Да, это всегда супер субъективная, чувствительная тема. Но крупы, э, какие-нибудь, да, самые дешевые, даже. Э, ж, продукты животного происхо происхождения яйца ну, курица какая-нибудь но это же тоже стоит очень дешево сейчас э, магнит пятерочка я не знаю на рынок сходил купил курицу купил яйца ну даже если у тебя мрот, там который сколько сейчас э, 16 или 18 тысяч рублей ну я уж не знаю это действительно надо прям ну не работать в принципе ничего не делать чтобы у тебя Хватало денег только на батоны. Опять же, поправьте меня, если я не прав, в комментариях. Котлетоиду не понять. Ну нет, я был не прав, когда сказал, что предыдущий там э, пост был самый интересный. Котлетоид он в принципе враг всего человеческого, ведь он сделал фаршик из собственного ребенка, а хороший годный котлетоид произвел эту операцию несколько раз котлетоиду не нужна семья. Он будет рассказывать про мое тело и злых арбузеров. Котлетизм головного мозга может привести даже к позиции понарожали тут ишь, а теперь думают, что им все должны. Конечно, хотелось бы жить в другом обществе, но, как говорится, других писателей у меня для вас нет. Кстати, Евгений, если бы хотелось жить в другом обществе, Илон Маск, я слышал, готовит миссию на Марс, ищет добровольцев. Евгений, вы можете записать писаться, я думаю, в ряды, улететь всей семьей на Марс, новое общество свое строить, как раз-таки общество будущего, да, а на этой планете у людей в принципе во всех странах плюс-минус мнения одинаковые, кто-то э, за большие семьи, за семьи кто-то против, там, child free и так далее, ну, так, процентное соотношение, ну, плюс-минус будет везде одинаковое, не считая там, наверное, каких-нибудь африканских, мусульманских стран, там статьи будет отличаться, но Евгений, как бы, никто вас тут не держит, как говорится. В стране, как мы э, неоднократно говорили, правят бал. Разрушенные семьи с одним ребенком, много десятилетий идет пропаганда свободных отношений. И а что такого, начиная как минимум с, с 80-х 20-го века в масс-культуре оправдывается супружеская неверность. Вспомните хотя бы осенний марафон «Любовь и голуби» и ряд других перестроечных и постперестроечных картин я, кстати, не смотрел эти фильмы э, и, кстати, не застал оправдания в массовой культуре супружеской неверности. Я смотрел на телеканале Ю, например, шоу "Измены" и что-то там ни хрена не оправдывают супружеские измены. И вообще в первый раз слышу, что где-то э, оправдывают супружеские измены. Обесцениваются традиционные ценности. Котлетойт правит бал, он котлеточку достал из ручки слепил из ножки скрутил из глазика перемолол хороший котлетоид да как ни парадоксально сейчас котлетоидом неуютно ведь если в 60-е годы на фарш уходило четыре с половиной миллиона детей в год а на одни роды приходилось по два с половиной три аборта то сейчас абортов всего лишь 400 тысяч, из них чистых по желанию из них чистых по желанию женщины только 200 в итоге аборт перестал быть нормой и немного отличается от от классического как в булочную за пирожками сходить, а адовая ситуация залетала доца, вот тебе деньги на аборт, в следующий раз будь осторожнее, перестала быть нормой. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, как общество больных котлетоидов относится к детям и к многодетным семьям в принципе. Плохо относится, ведь свою абортивную сущность оправдать нужно. Свой неуспех своего одного, зато скажем из петахая в ушах тут ведь не в каше дело дело в оправдании собственной неуспешности и сексуальной непривлекательности неспособности построить долговременные доверительные отношения и завести любимых детей вы только представьте насколько у фемка мрази должна быть сломана психика чтобы считать что ребенок от нее и любимого ей человека ее второй половинке Личинка или какой-то паразит. Жуть и никакие хостов Зинченко не вытащит. Поэтому все претензии в духе «не так стоишь, не так свистишь в сторону семей с детьми» это всего лишь подсознательная или сознательная злость на тему, почему у тебя вообще дети, кто тебе разрешил, хочу, чтобы их не было. Ну, Евгений тут, конечно, а, я понимаю, про кого он говорит, про какие-то единичные случаи а, в общей массе. На ютубе можно найти Найти такие видео радикальных феминисток, ну то есть радикальных людей, очень эмоциональных, которые пропитались какими-то идеями и орут, что ей есть мощь, например, что там нельзя переходить а, через радужный переход, потому что это рад... только для радужных людей, что-то такое есть а, на ютубе. Ну, то есть, это единичные какие-то случаи. А, Евгений, ну, как, вот любит он взять пос... какую-нибудь единицу и сказать, что как будто бы все общество такое уже у нас на половину, как минимум. Но, конечно, бешеная фемка мразь не смеет лаять в сторону успешных в ее иерархии. Это тех, которые наворовались раньше и больше, а потому могут себе купить и саму фемка мразь, и два десятка ее приспешниц. Этим можно у богатых своих Причуды. Она, конечно, ненавидит, завидует, но что поделаешь, приходится терпеть. К сожалению, для котлетоидов и, к счастью, для нормальных семей. Они никогда не войдут в круг значимых других для полных многодетных семей, так как в большинстве случаев у последних своя среда общения и своя же система ценностей. Особенно хорошо это видно на таких радикальных примерах, как Харидим в Израиле. Да, это своего рода секта, точнее, множество сект, но секта это весьма и весьма устойчиво и успешно в рамках себя самой. А общество, в котором такие семьи составляют существенный процент населения, внезапно демонстрирует среднюю рождаемость на уровне 3,2-3,5 ребенка на женщину вместо... 3,5 ребенка на женщину. Обожаю эту статистику. А, вместо питерских, да и московских 1,2. Питерские и московские. Ну, вообще, женщины в Питере и в Москве, я считаю, совсем охренели уже. А, нужно срочно такую же, с, такие же секты, как в Израиле, разводить у нас в стране. Как Петр Первый вдохновлялся в свое время европейскими достижениями, прорубил окно в Европу, чтобы туда смотреть. Сейчас, я считаю, нужно в Израиле подглядеть тоже вот эти вот секты у нас развести, чтобы у нас рождаемость в Москве и в Питере на 3,2-3,5 ребенка на женщину было. Женщина, ну задумайтесь. Катлитоидов там не считают людьми, а секулярный еврея оказывается в ситуации, когда про плохих многодетных особо не повоешь. Но это замечательно, я считаю, общество, где э, ни о чем выть нельзя, где если ты против чего-то, тебе должны заткнуть рот, и, а ты сиди, помалкивай, потому что, видите ли, ты очень э, красиво воешь, и тебя кто-то слушает, заражается твоими идеями. Ну, в общем, свобода слова пошла на нахер. Вы слышали о массовых выступлениях? Мой тю в Израиле. Ну разве что в Тель-Авиве один раз в три года попытаются повыть. А толку? Ну да. Разумеется, каждый раз, когда эти вылки получают контрпример, они очень хотят этот пример обесценить. Получается не очень. Например, фантазии на тему, как представлю, как папа Алиса меня того, так сдрогну и спать не могу месяц. Обожаю эти комментарии, Это да, самые лучшие комментарии, да, <laughs> как папа Алиса меня того, <laughs> уже порядком поднадоели, у тебя своего мужика нет, что ли, Евгений? Ну, действительно, я, кстати, за э, весь, э, за все время, пока снимаю видео про Тепляковых, один комментарий только такой помню, вот, <laughs> но Евгений пишет, что их очень много. Э, не льстит ли себе Евгений, вот я... Тут даже задаюсь вопросом. Папа Алиса вроде бы тебе не предлагал ничего никогда, а ты вся извиваешься в экстазе. Как бы изоляция Евгения от общества, она вот в такие уже перетекает события. Так что уделка тлитоидов один смерть. Разумеется, их это бесит. Вот так вот. Ну, у Евгения, видимо, жизнь как-то по-другому закончится. Или это угроза, я так и не понял. Он угрожает убить всех котлетоидов. Удел у них... Удел у них один смерть. Даже мрачным каким-то э, чувством поверила. Ну, в общем, это был такой наброс на вентилятор. Очередной Евгения активность просела. Ему надо было, знаете, как 16-летнему школьнику, агрессору, который понял, как троллить своих одноклассников. Вот он э, выкатил этот пост. Привет, друзья! С вами был Кучемся Алиса, и мы сейчас будем снимать все горизонтально, мама сказала. Так. Вот видите, у вас все перевернулось, а у нас все на самом деле так же. Мы снимаем все горизонтально, а это у нас кто? Это у нас? Это у нас Пуся. Пуся. Вот. Так вот, пока наши дети сдают сессию, много-много разных сессий пока они сдают, а, ну что-то порядка 30, наверное, или 40 зачетов и экзаменов они уже сдали, и в эту самую горячую пору мы вдруг, оказывается, читаем на Woman.ru, что я оскорбляю мою жену под аккаунтом каким-то там, ой-ой-ой, какой я нехороший человек. А господа журналисты, ну классно, прикольно, весело, радостно. Вы пошутили, мы посмеялись. Ну где-то же у вас есть мозг? Ну хоть чуть-чуть. Вы, конечно, можете подать в суд, как Васильев, на фразу «где-то же у вас есть мозг, ну хоть чуть-чуть». Эту фразу, в отличие от фразы, на которую подал суд Васильев, я действительно говорю. Но, ребят, ну блин, ну вы хоть проверяйте что-нибудь. Я якобы пишу себе сам и оскорбляю свою жену какой-то чушью. Чушью? Чушью. Вот. Ну, пока посмотрите на Алису и заводите своих Алис. Алиса клевая расскажи. <свист> Что случилось? <свист> Мне нравится, как Евгений с позитивом, да, опять какой-то берет статью, которых на самом деле, ну, в день очень много выходит на дзен-каналах, на каких-то желтых сайтах, делает из этого целое видео. Я, зашла, у него стол, держи, <свист> Я, могу Я поехала на первый этаж. Я вообще не понимаю, что происходит. Алиса просто смеется, просто что-то говорит. Какие-то зачеты она опять сдала. Я ничего не понимаю. Все идет по плану, как в песне Егора Летова, да. У нас все идет по плану. Евгений срется с комментаторами, с хейтерами. Пишет статейки, записывает видео, потом комментирует. У нас теперь контент стал более визуальным. Сначала он сценарий к своему видео пишет, потом он снимает само видео очень а, познавательно. Ну и пожалуй, это все. Единственное, что он еще вот шорт записал. Вот такой вот. Привет, друзья. С вами Блакульчим сейчас И У нас есть один вопрос, который бы мы хотели задать. Господин Попков, мы не знаем, кто вы, мы знаем, что вы какой-то штатный юрист, то ли комсомолки, то ли подзаборной правды, то ли еще чего-то. Мы вообще не понимаем, зачем вы на протяжении двух лет пытаетесь нас комментировать, причем несете какой-то отборнейший бред и ахинею. Но вопрос следующий. Господин Попков, если вам есть что спросить или что предъявить, или что сказать, может быть, вы с нами хоть раз в жизни свяжетесь, а? А то, по слухам, вы сейчас уже пытаетесь какие-то там скриншоты рисовать, не знаете, какую опеку сагрить. Вас Зинченко попросил или вы лично импотенцией заболели? Свяжитесь с нами, пожалуйста. Ну, Евгений тут довольно агрессивной манере Попкову какому-то обращается, который, я как понял, опеку на них натравливает, какие-то скриншоты делает, якобы, чтобы было основание натравить опеку. Евгений тут действительно раздраженным выглядит. Действительно, как будто какие-то проблемы начинаются у семьи Тепляковых. Если бы опека хотела, давно бы уж все эти видео посмотрела, да, чем кормят и так далее. Ну, было бы основание. Кормить батонами детей у нас в стране не будет на основании этого никаких вопросов со стороны опеки. Так что все идет по плану. В общем, у меня на этом все. Красавицы мои, спасибо, что досмотрели до конца это видео. Обязательно поделитесь в комментариях вашим мнением. Ну и увидимся с вами в следующем видео. none